За окном долгожданные майские праздники, и почти каждого из нас посещают мысли о том, как и где провести выходные. Кто-то планирует организовать себе поездку на дачу, и, безусловно, многие посетят ряд мероприятий в День Победы. И, кстати, вопрос погоды является одним из самых обсуждаемых, и метеоролог Казанского федерального уже готов ответить на него. Погода на майские праздники ожидается комфортной, хорошей. В дневные часы температура будет подниматься до 20 градусов, и ночи будут теплыми достаточно, 10 градусов. Переменная облачность, солнце будет. Мы будем находиться в области высокого давления, то есть в антициклоне. И поэтому погода данная, она даже лучше климатической нормы. У нас сейчас теплее, чем было бы по средним многолетним данным, на 2-3 градуса. Слабые ветры, погода хорошая.